Всероссийская федерация волейбола проводила прямой эфир с Лешуковым и Стояновским. В этом прямом эфире Илья сказал, что он лучший защитник России. Илья? Вот лучше по игре в защите. Я думаю, Илья сейчас очевидно. Я тоже думаю. Сказал бы Илья Лешуков. А лучший блокирующий здесь вопрос. Ну, очевидно, Олег. А он чем это, как это вообще, чем это оперирует, я не знаю. Ну, я скажу, что я лучший человек в России. И что? Я лучший человек в России, я лучший спортсмен в России. Что дальше? Пусть выходит, доказывает. Он выигрывает этапы. Молодец. Здорово, они лучше подготовились. Но надо показывать и доказывать самому себе, во-первых, на международном уровне. Чего ты стоишь? Не надо говорить, что он лучше, я лучше. Когда откроют, тогда я увижу, что он там что-то выигрывает, что он что-то значит, что есть статистика, где он больше всех мячей достает и так далее. Тогда я подойду и скажу: Люк, да, ты действительно лучше, ты был прав тогда.